Видновский дом ребенка посетил Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Сказочные персонажи подготовили для малышей массу игр и забав. Ребята водили хороводы, пели песни и танцевали. И с нетерпением ждали, когда же Дедушка Мороз зажжет огни на новогодней елочке. Ну-ка, елка, трепенись! Ну-ка, елочка, зажгись! Ой, ура! Поздравить воспитанников и сотрудников Дома малютки с грядущим Новым годом приехал главный волшебник по Ленинскому городскому округу, глава муниципалитета Валерий Венцель. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие ребята. Но я не с пустыми руками пришел. Вот, я на самом деле не самый главный волшебник, самый главный у нас все-таки Дед Мороз. Вот, я от всей души хочу всех поздравить с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым, пожелать всем здоровья, счастья, успехов, чтобы почаще вот здесь, в этом замечательном нашем доме ребенка, царил смех, радость, уют. Вот, детишки, чтобы не болели, самое главное. Вот, я от всех с души всех поздравляю с наступающими праздниками. И какой же Новый год без подарков? Ребятам вручили сладкие наборы и игрушки.